Очень жуткая история, которую я по сей день не могу забыть. Дело было летом, и я со своими ровесницами была у бабушки. Бабушка с мамой были дома, было очень весело, мы болтали. Но именно тогда они решили, что они пойдут в гости, ну а мы все остальные решили остаться. Тогда и началось что-то очень страшное и мистическое. Так как у нас был дом, я пошла закрывать калитку. Ну и, конечно, провожать бабушку с мамой. И как вдруг я увидела черный, очень странный силуэт. Время было, чтобы вы понимали, 3-4 часа дня. Но я подумала, что мне показалось. И как-то забыла про это. Я пошла играть, веселиться, и когда уже стемнело, мне и всем, кто был со мной, стало по-настоящему жутко. Потому что дом был очень-очень большой, и поэтому мы решили собраться все в одной комнате и посмотреть YouTube. Мы с подругой пошли закрывать все двери и выключать везде свет. Когда мы все сделали, мы услышали, что с улицы доносится очень странный шепот. И этот шепот говорил: «Бегите, бегите». Если бы это услышала только я бы, скорее всего, подумала, что мне показалось. Но это услышала также моя подруга, поэтому я понимала, что это реально. В секунду даже было такое чувство, что кто-то просто меня разыгрывает. Конечно, очень обугались, но как-то забили на это. Но потом случилось самое страшное. Кто-то начал ломиться нам в двери. Мы очень испугались, это слышали абсолютно все. Я до сих пор по сей день не могу это забыть. Все, слава богу, обошлось, но я до сих пор не понимаю, кто это был и что это вообще было. Спасибо большое за просмотр. Эту историю мне прислала моя зрительница, я ее отмечу вот здесь. А если вы хотите попасть в следующее видео, то пишите в комментариях свою самую мистическую жуткую историю, я ее обязательно прочитаю, и, возможно, вы попадете в следующее видео.